Цирк гастролирует по России и в каждом населенном пункте проводит подобную социальную акцию. На этот раз организатор гастролей приехал в Барнаульский детский дом. Билеты на представление, которое длится 2,5 часа, вручили директору. А получить их смогут ребятишки, давно мечтающие попасть в цирк. Я тут уже 3 года живу и ни разу не ходила в цирк. Мы только ездили в лагеря, вот сейчас поедем. Мне фартит, походу. Я была в цирке всего лишь 3 раза, но мне больше всего нравятся клоуны. Клоунов и не только дети смогут увидеть уже в ближайшую субботу на дневном представлении. Ну а организаторы гастролей свою акцию собираются продолжить. Я сегодня поеду в другие детские дома и также оставлю там пригласительные билеты, чтобы ребятишки, которые себе не могут позволить сходить в цирк, обязательно сходили. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.